Итак, мы идем по дороге. Теперь, обратите внимание, стоит забор на нашей дороге. И пройти, естественно, пройти еще можно кое-как. Проехать мы никак не можем на машинах. Десятки жителей поселка Городок 11А, это Курчатовский район, оказались отрезаны от мира. Чтобы выходить из квартала, теперь приходится отправляться в объезд. Наматывать круги и терять ценное время приходится и экстренным службам. Уже несколько экипажей скорой помощи здесь не смогли проехать. И человека госпитализировали, больного, были вынуждены нести на руках его, поддерживать, до скорой везти. И только после этого оказались они непосредственно в машине. И госпитализировали человека в тяжелом состоянии. Забором перегородили дорогу в конце августа. Железную конструкцию установил владелец строящегося дома. Мы попытались с ней пообщаться, не получилось. Надежда Петровна! Она только кидается сразу с кулаками. Она только так может обсуждать. Жители поселка обратились во всевозможные инстанции. Самый интересный ответ получили пару дней назад из КУИЗО Челябинска. На земельный участок с видом разрешенного использования для ведения личного подсобного хозяйства и эксплуатации зарегистрировано право частной собственности. Данная территория не является автомобильной дорогой общего пользования. На этой улице, которая не является, по мнению КУИЗО, дорогой, несколько лет назад установили освещение. Здесь же идет и линия электропередач. Но это чиновников, похоже, не смущает. Местных жителей, кстати, предупредили, что скоро они лишатся и главной дороги, которая ведет в поселок. Земля оформлена у него в собственность, сельхозназначение, но почему-то в его участок входит наша дорога, въездная дорога в наш поселок. Тогда жители могут оказаться вообще заблокированы. Чтобы разобраться, почему дороги в поселке не являются, по мнению чиновников, дорогами, мы направили официальный запрос в мэрию Челябинска. Дмитрий Бочко, Сергей Олейник, 31 канал.